Привет! Вы на канале «Вкусные истории» и я Наталья Михайлова. Сегодня я хочу спечь вафли и поделюсь с вами своим рецептом. Вафли называются бельгийские. Они мягкие, пышные, на молоке, нежирные. У меня уже есть на канале песочное тесто на вафли, а это немножко другое. Все, давайте начнем. Итак, давайте мы начнем. Яйца мы взбиваем. Так, яйца мы разбили. Сюда добавляем сахар. И взбиваем все до растворения, полного растворения сахара. Сахар у нас растворился. Теперь мы сюда добавляем размягченное сливочное масло. Молоко. Соль. И граммулечку ванилина. Прям чуть-чуть. Все это перемешиваем. Все, миксер нам уже не нужен. Разрыхлитель высыпаю в муку. Здесь у меня 10 грамм разрыхлителя. И начинаю просеивать потихоньку муку с разрыхлителем. Тесто наше готово. Вот такое оно должно получиться густое. Как домашняя густая сметана. Вот такое вот. Включаем нашу вафельницу. Вафельница наша нагрелась. Сейчас мы будем начинать печь. Слегка смажу сливочным маслом. Так. Положу 1,5 столовые ложки на одну ячейку надо ложить, чтобы вафли получились на всю ячейку. Надо ложить 1,5 столовые ложки. Вот так вот. Закрываем и засекаем 10 минут.
Через 10 минут вафли наши будут готовы. 10 минут прошло. Вот такие вафельки у нас получаются. Вот такие они получаются пышные, красивые. Но они не сильно сладкие. Эти вафли можно есть с вареньем, со сгущенным молоком мазать. Очень вкусные. Так, еще раз смазываем немножечко формочку. Накладываю туда по полной столовой ложке теста. И опять на 10 минут. Вот столько я вафель напекла, но мне еще печь много, поэтому всем приятного аппетита, мне удачно поработать. Пока-пока!